Terra Mobile дарит вам возможность купить автомобиль Рено по очень выгодной цене. Дорогие гости, просим вас официально открыть многофункциональный комплекс «Уран». Естественно, под бурные аплодисменты всех здесь собравшихся. Наконец, свершилось. МФК «Урал» официально открыт. В присутствии сотни горожан символическую ленту разрезали председатель городского совета депутатов Дмитрий Крюков, заместитель главы города по экономике Лилия Зайнуллина и директор МФК «Урал» Рафил Мавлиев. Для города, признают присутствующие, события значимые. Это новая веха в развитии города. Безусловно, это значимое событие для города. Безусловно, и своевременный, и масштабный, и такой серьезный проект. Уверен, что этот центр будет востребован как горожанами, так и гостями нашего города. То есть здесь вот в одном месте сосредоточено и спортивное направление, и культурное, и торговля. То есть очень такой универсальный центр. Еще раз повторюсь, очень своевременно для города он будет нужен. Комплекс «Урал» – это не просто очередные торговые площади, это в том числе и новые рабочие места, и новые перспективы. Такого формата, такого уровня объект современного уровня, он, конечно, необходим для нашего городского округа, где проживает 139 тысяч человек, причем численность жителей наших растет. Содержание этого объекта, инвестиции, которые сюда вложены, и, безусловно, новые рабочие места – это очень большой вклад для развития нашего городского округа. Вот в преддверии, скажем так, праздников я хотела бы пожелать, чтобы этот объект, этот многофункциональный комплекс стал любимым местом для жителей нашего города, для наших гостей, чтобы он стал действительно центром притяжения. В вечер открытия среди гостей провели розыгрыш ценных призов, главный из которых – смартфон. Все прошло по-взрослому, а главное – по-честному. И наш телефон выигрывает Калинов Зиновий. Не ожидал, честно, не ожидал. Зашел случайно, как бы, и получилось так, что выиграл. Не ждал, думал, все. Но надежда умирает последней, поэтому надо верить, ну, чтобы, как бы, процветал, чтобы все побывали на Урале. Здесь уютно, здорово, весело. Надеюсь, всегда так и будет. Открытие кинотеатра «Парк Синема» совпало с Днем кино. И это, говорят, не случайно. Современный кинотеатр даст возможность смотреть любимые фильмы в высоком качестве и, что немаловажно, в комфорте. Премьеры фильмов мы будем смотреть именно в день премьер. Здесь открыто сразу 5 залов. И это стало возможным благодаря новому комплексу. Наш кинотеатр соответствует последней модификации показа кино с цифровыми проекторами, с креслами, функции трансформации, с плавным наклонением спинки, выдвижением сиденья вперед, с яркой пассивной 3D-системой GED. И еще у нас имеется комфорт-зал, где можно насладиться показом в приятных мягких пуфиках и диванчиках. Ждем вас, гости! Рядом с кинотеатром на третьем этаже разместились игровые комнаты, фудкорт, тир и еще множество различных аттракционов. Приоритет отдан семейному отдыху. Уже сегодня в МФК «Урал» открыт концерт «Холл 55». Теперь в Нефтекамск можно смело приглашать звезд высокого уровня. Раньше в городе не было ни одной достойной площадки с профессиональным звуком и светом, которые бы отвечали профессионалам. Теперь, как говорится, и гостей не стыдно звать. А значит, нефтекамцы и гости смогут увидеть любимых артистов в любимом городе. К слову сказать, к строительству Урала привлекли только местных застройщиков, что обеспечило работой сотни нефтекамцев, а после открытия рабочих мест станет только больше. МФК «Урал» мы начали строить в 2014 году. За период строительства в основном работали нефтекамские подрядчики. Инвестиции в основные средства более 1,5 миллиарда рублей. На сегодня мы уведомляем всех и очень рады о том, что здание ввели в эксплуатацию. Официально государственный контроль принял здание, признал безопасным во всех отношениях. Сегодня уже более 200 человек работают в нашем комплексе. Когда полностью загрузится все 100%, я думаю, что минимум 500 человек рабочих мест здесь будет. Хотелось бы, чтобы комплекс был
так скажем, любимым местом горожан. Пользуясь случаем, поздравляю всех горожан с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, благополучия, всех благ. На сегодняшний день все площади самого высокого комплекса республики заняты на 100%. Соглашения о сотрудничестве и размещении подписаны с KFC. Они откроют свои двери уже в начале марта. В Урале федеральная сеть фирмы Spark разместит свой гипермаркет. Стоит сказать, что это магазины европейского уровня, причем по приемлемым для России ценам. Гостиницы, два бассейна, водные аттракционы, фитнес-центр площадью в 2000 квадратных метров. В общем, в одном месте горожане и гости Нефтекамска смогут воспользоваться всей услугами от парка детских аттракционов до салонов красоты, от покупки продуктов до приобретения мебели. Добро пожаловать в МФК «Урал».